недавно в Ижевске местные сообщали о мощном взрыве в районе завода ракетных двигателей. Завод какой-то или что? Официальной информации, что же это было, конечно, никто не предоставил. В этом районе находится испытательный полигон Воткинского военного завода, который производит ракетные двигатели. Завод внесен в санкционный список Евросоюза из-за производства ракеты и боеприпасов для комплексов «Искандер» и «Точка-У», которые Россия использовала во время агрессивной войны против Украины. Но смущает жителей нечто другое. Во время взрыва образовалось что-то похожее на ядерный гриб. Охренеть. И жесткая вонь. Это взрыв какой-то. О, да. Нифига себе. Фу, завоняло жестко. Как это взрыв? Это пожар, снимаешь, наверное. Да, да. После заявлений о взрыве ядерной бомбочки над Сибирью, жители, увидев это, запаниковали. И теперь под Ижевском в аптеках исчез йодид калия. Об этом стало известно из локальных чатов в соцсетях, где появились вопросы о том, где можно купить препарат. Судя из переписки, в аптеках его разобрали в течение суток после инцидента на полигоне. Хотя местная власть рассказывала людям, что опасности после взрывов нет. Как там говорится, пугай своих, чтобы чужие боялись.